красавчик ещё. Какое ощущение? Нормалды. Первая зимняя рыбалка, да? А что щетка сработала, или? Красавчик. Ребята, все на рыбалку, у нас мороз, вот смотрите. Уже заворачивается. Сколько? 25 было, да? Сейчас ты всю леску перепутаешь. Я вот попушка вытащил первого такого. Хороший. Красавчик. Первую рыбку всегда красавица. О, и у нас работала жерлица. И нам надо идти ее проверять. Вот так вот мы расставились. Ништяк, солнышко вышло, рыбаков хватает. Идем мы смотреть жерлицу. Первая работочка у нас жерлица. Фух, пока не знаю, дошли, мотала она, не мотала. Что, мотали, нет? А мы этот шумовку не взяли, да? Нет. Быстро на разостяг, на все растяг. Ну лески она нормально тут размотала там. Маленькая. Сама идет, прикинь. Или бросила. Что-то так легко. Смотри, сколько размотала, да? Вот она. И нифига нету. Смотри, она как его потеребонькала. Ё-моё, укололась и бросила, да? Первая поклевочка есть. Будем ждать дальше. Всем привет, уважаемые зрители, гости канала «Любительская рыбалка» с Михалычем, Юшин КЗ-01. Сегодня выбрались на Вячеславское водохранилище. Пока расставились в палатку удочки, жерлицы. У нас была одна сработочка. И не вытащили. Очень много она размотала лески на жерлице. Живец покусанный. Получается, взяла там на самой мили понад берегом, там буквально метра полтора глубина. Ну, рыбаков понаехало много, даже умудрилась машина на лед заехала. А, вроде бы ларгус. И клюет у нас мелочь. Что там? Нифига ты! Красава! Еще один! Второго, да? Ну вон, да. Ништяковский! Да ты подними его за леску, конечно, ты все перепутаешь. Красавец, да? Вообще красава. Мощный. Лайк заработал что-то. Больше твоих, да? Да, покрупнее.
Респект, че. Прикормим такой фишка. Прикормка Арома. Зимняя плотва. Анис. Лещ, плотва. И гранулы. Может, что-нибудь получится у нас. Две хапки кинем туда. Две жменьки. Или три. Бог любит троицу, давай три. Такая вот штучка. Попробуем. На жерлице у нас пока тишина. Одна сработочка была. И пока на этом все. Сидим, рыбачим. Плотву ловим. Окуня, живца подлавливаем. Так, пока тишина. Подъехали егеря, выписали путевочку. Путевочка у нас уже 2000 стоит, офигеть. Вот это жесть. Опять 25. Приподнимает так слабо. Потихонечку. Опа! Ух ты, хороший был. Блин, прям сорта вырвал я у него. Рыбачим на опарыша, на мотыля. Мотыля, правда, замучаешься одевать. Опарыш более-менее. Пьем кофеек горячий. Только отвернешься, клюет. Ох ты ж, какой красавчик. Какая поклевочка. Бешеная. Какого живца будем брать через пару дней? Наверное, поедем в Кургажинский заповедник. Открыли там. Какай, лещей, султан, кельды. Там много озер. Туда само то, вот этот живец будет. Только кинешь. Кстати, егеря уже Шевроле Нива у них. Они уже по льду фестивалят на машине. Ну, лед у нас уже сантиметров, так сказать, наверное, 20. Рыбачу я на опарыше, на такого вот муравья. Закидываем, пробуем. Рыбачу вот на такую балалаечку. Леска у меня 0,41. Леску, когда наматываю, всегда приклеиваю. Какая у меня тут леска на удочке. Также и на жерлицах.
Вот и поклевочка. Живец. Пробуем еще. Что-то покрупнее вроде бы. Ух, ух, ух. Вот это да, чебачок. Я ловил и покрупнее еще. Ох, есть сразу. Хороший активный клев плотвы. Это у нас живец будет. Не сказать, что зазря съездил. Ну, хоть такого вот живца наловим. Чайник закипает у нас. Чайку сейчас попьем. Трава окунь хорошо брал. Сейчас плотва подошла. Ну, окуня немного взяли. Буквально по 3-4 штучки. О! Прям в лунке, и он сильно раненый был прям. Опа, пробуем опять. На стоячку даже не этот, не подыгрывал ему. Как он теребонькает. Долбит прям как. Мелочь, наверное. Пробивает как. Ух ты ж, прозевал опять. Ух ты ж. Мелочь, наверное. Чё творит? Чё творит? Ничего себе он даёт. Крупный-то сразу хапает хорошо. Хорошая была поклевка, наверное, съел. Точно. Сколько я уже натягал живца тут. У нас вот такая более-менее на сушку. Окунь есть, чебак. Сейчас пьем чай. Садимся опять порыбачим. Ох ты ж как поднял. Какой идет хорошенький.
Вот это да. Хорошенький, да? Сколько поднял, только вон пробил. Может быть, повыше надо рыбачить. Сейчас попробуем повыше. Живец. Попробуем сразу повыше. Ох, поднимал он как. Опа, подсек я его. Какой красавчик. Оп. Сегодня я оторвусь по мирной рыбке. По плотве, по окуню. Окуня, правда, маловато, но вот плотва прям хорошо клюет. Давно я ждал зиму, чтоб посидеть, отвести душу в палатке. Спокойно, тихо. Все, наверное, этого ждали, да, ребята? О, даже не этого. О, что-то живец вообще. О, пойдет. На живца пойдет. Ох ты ж, как приподнял он. Красиво. Давай, давай, давай. Молодец. Приподнял. Что-то я сегодня замечаю столько раненых. В раненой плотвы столько, смотрите, тоже такие порезы у него. Хищник гоняет его, значит, или гонял. О, красавчик. Ну, до того окуня, конечно, далеко, да? Ну да. Моего окуня ты проспукал. Проспукал. Просрал. Сейчас ты этого также проэтываешь. Ну, расскажи какой-нибудь анекдот. Прямая трансляция тебе. Салам алейкум. Живчика закидывай. Иди ведерко, завтра будешь щуку тянуть. Ну, не говори. Ничего ты вытащил, красавчика. Конкретный, видишь. Красава. Житейк. Это второй такой. Лайк тебе, что от Михалыча. Красавчик, ежи. Нарыбачились мы, будем собираться. Время уже у нас 4:30. Наш уловчик. Живца наловили. Штук 100, наверное, смело. Нету, пакетик мы чуть-чуть. Как тебе рыбалка, Александр? Офигенно. Офигенно. Офигенно ему рыбалка, офигенно. Щука не брала у нас. Ну, пока будем собираться, может быть... Не возьмет. Или возьмет. С утра один подъем был, и все, тишина.
Вы смотрели канал «Любительская рыбалка» с Михалычем. Фишинг КЗ-01. Вот мы, друзья, и дождались подъем жерлицы вот прям возле палатки. Откопай. Попробуем, что там есть у нас, чего нет. Да, нет. Нету? Ладно, чуть. Ребята, вот такая вот у нас рыбалочка была. Холодная рыбалка. Да, мороз поднимается, солнышко садится. Сработочка была сейчас. Пока будем собирать палатку. В палатке все пока пособираем. Может быть, еще сработает. Посмотрим. Живца наловили, мирные рыбки наловили. Щука вот хочет. Ветер восточный, мороз. Днем более-менее тихо было. Но сейчас ветерок поднимается опять. Солнышко садится. Друзья, не прощаемся. До новых встреч на твердой воде, на льду.